Друзья, всем привет! Я сейчас в Страдивариус меряю вот такой вот пояс. Он очень классный. Сейчас я вам скажу, сколько он стоит. Короче, 400 гривен. Посмотрите, я себе когда-то такой чокер покупала. Посмотрите, как он классно переливается. Это на брюки, это просто чудо какое-то. Вот. Очень-очень классный магазин. Вот, сейчас я покажу, как. Еще мне очень нравится. Вот, он выглядит вот так. Вот такой есть, и еще вот такого плана. Все немного разные. Ну, короче, посмотрите. Вот такие пояса. Очень-очень классно. У меня когда-то такой чокер был на шее. Он очень классно переливается. Недорого стоит, всего лишь 400 гривен. Мне кажется, что это не очень такая большая цена. Ну, очень классно переливается, посмотрите. Обожаю. Просто обожаю. Это очень классная вещь. Покажу, посмотрю. Она красивая. Так переливается. Очень-очень красивая вещь. Я пойду еще посмотрю сейчас возле какого-то другого зеркала. Вот. Вот нам пояс делать. Ну, очень классно переливается. Сейчас мы еще пойдем с вами посмотрим какую-то сумочку такого же плана. Смотрите, такой пояс и такую сумочку типа вместе в комплекте. А к ним можно еще купить какой-то рюкзачок, допустим, вот такую куртку, да, штаны. Тут очень-очень классные пояса, они все очень-очень круто переливаются. Кстати, на такие штаны можно типа одевать. Есть, допустим, вот такая вот еще кофточка. Она смотрится вот так. Вот, вроде бы кофта простая, но она на самом деле очень красиво выглядит. Есть свитерочки такие кашемировые. Сейчас скажу вам, свитер Эластан, короче, материал. Шарфик, хочу шарфик померить. Кстати, к тем поясочкам можно еще вот эти ободочки одевать. Очень красиво. Сейчас мы померяем сами шарф. Вот мои сережки. Такие платьишки красивые. Вот, да.
Я хочу померить вот шарф, как он конкретно будет на мне сидеть. Мне очень интересно. Сейчас я возьму его отдельно. Мы его примерим с вами. Вот он, как он выглядит. Ну давайте посмотрим. Вот, вот так, который лежит в этом шарфе. Пантеровый шарф. Oh.